Рада приветствовать. Снова Ромхак. Снова Хаки. И снова Рокет. В этот раз Хак будет на первый Battle Toads, в котором добавлены драконы. Battle Toads и Double Dragon. Теперь он Рагнарок называется, Хак. Вот такие дела. Что тут изменили? Мы уже проходили, ставим этот хак. Изменили здесь. Говорят, много чего. Я уж не знаю, так, список изменений, наверное, на Эмуленде, как обычно. Сейчас погляжу. Так, где же он? Так, ну вот он, список изменений. В общем, что тут сделал Андеркорпс? Удлинен Рагнарок, каньон, немного изменена физика драконов. Дракончиков, то есть, не так быстро падают на землю, когда на них сидит персонаж. Исправлены это бластер, исправлены крысы. Прощены байкеры, сделан снеговик-босс, нельзя зажать в углу экрана, иногда он превращается в ежа. Добавлены капсулы с возможностью собрать жизнь. Биг Блэк перенесен в 7 уровень, усложнен Грок, убраны палки на 8 уровне, добавлены динамитчики, Робоманус из БТДД, генерал Слоттер из БТД. С баг с проваливанием был исправлен перед уткой. Исправлен Ропер. Но как мне Doomday сказал, что он нифига не исправлен.
Так что буду, наверное, страдать. Ну и добавлен экран выбора уровней. Чит-коды, как в BTDD. То есть, видимо, это тот самый пресловутый down, up, up, down, A, B, B, A. Я так понял. Ну что, молодцы. Колоссальный список изменений. Я немножко тестил этот хак. Ну, недолго я его тестил. Там, после ночной смены мне все-таки спать больше хотелось, чем что-то тестить. Так, кто у нас в чате? Так, Razer, Липецк. А, Knuckles со своим ником пришел. Да, всем привет. Почему у нас затяжное выступление? Ну, потому что мы ждем, пока кто-нибудь придет. Это раз. Во-вторых, вот я в прошлый раз сделал без затяжного выступления, сразу начал говорить. И Twitch у меня пару фраз все-таки скотина обрезал. То есть бывают такие еще вот нюансы. Вот и юзер уже пришел. Юзер не захотел играть в этот хак. Видимо, придется мне одному ему показывать это чудотворение Андеркорпса. Ну что, наверное, погнали. Так, начнем, пожалуй, с всего заново. Так, все нормально вроде. Иногда я забываю Меднафин отменять. Кстати, Меднафин надо поменять все-таки. Потому что, как показала практика, не все хаки на нем одинаково полезны. А, вот Street of Rage у нас плоховато пошел. Ой, что-то я как-то не так начал. Давайте-ка по-нормальному начнем. Пускай заставку все покажет, то есть тут и заставка изменена, кто ее не видел. Ну, звони, ну ты же говоришь не будешь играть, тут чат будешь читать тогда. Так, где мой чай? Мой чай тут уже стоит. Да, Меннафина надо однозначно менять. Что-то он с каждым разом старая версия все хуже и хуже становится. Так, смотрим, что тут за глюки на заставке есть. Он говорил, как это... Ну, для Street of Rage точно, наверное, нужно последнюю версию. Ну, посмотрим, юзер. И потому что, может, баг-то не решится, тот. Я вот тестировал в шелловском эмуляторе, и ничего, то есть... И в Генсе в его переработанном. А, ну, ненормально работает. Заставка, пишет автор. Ну, значит, мы будем... И это еще лицезреть. Вот, вот, пожалуйста. То есть там должно быть еще что-то быть. Его этого нету. То есть там должна быть королева быть, должен быть... Так, ну ладно, второго игрока у нас нету. Жабы, 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 люди, жабы, люди. Давайте за людя сыграю. Что-то давно я не за людей не играл. Так, вот он. Вместо Toads теперь тут Guys, да, написано. Я так понял. Андеркорпс и это еще исправил. Ну-ка. На тебе.
Так, бежит, бежит. Отлично. Что-то Билли какой-то заторможенный, мне кажется. Вот это что было? Где там эта свинья бродила? Так, не разгоняется что-то иногда. Ай! Что это было сейчас? Пытался капсулу разбить с какого-то глючного удара и упал вниз. Что, Рокет просил, это, Рокет, говорю. Автор просил показывать баги. Вот, пожалуйста, один из багов. Вместо того, чтобы разбить, он провалился куда-то. Так, вот они, изменения уже пошли. Смотрите свои баги, чё. Мы на свои смотрим, вы на свои. Так, вроде допрыгнул. На приставке? Ну, можно спросить у автора. По-моему, можно. Вот, смотрите, еще одни новые изменения. Ой, ой. Эй, куда? Тут что такое? Что с ним происходит? Вот еще баги, вот, посмотрите. Ой, есть. Чуть-чуть. Но главное, я не умер. Интересные бревнышки. Ух ты, срань. Так, тут юзер звонит. Сейчас ему ответить, видимо, надо. Да что ты, твою ж ты. Так, ты тут, юзер? Да, что-то бьют Рокета там, я гляжу. Всем привет. Рокету привет, чатику. Будут бить? Это же БТДД. На основе БТ. Так. Прыгать тут надо. Ух ты, блин. Тут еще попиксельные прыжки. Ну, говорю, вот из синхронного плавания сделали еще одно синхронное плавание. Еще синхроннее, Ну. понятно. Ну все, Говорят. начинает, по-моему, начинается уже все. Стандартная локация. И что это за был за бред сейчас? Я в жизнь не успел взять. А надо с разбега, потому что. Ну вот надо это исправлять, что? Зачем это сделали? Ну, это как такая фишка, они считают, наверное. Я брал с Ну. разбега нормально. Да, всем юзерам привет. Да, говорят, на приставке можно играть в эту игру, но я не знаю, ее тестировали до конца, проходили или нет на приставке. То оно может в любой момент сломаться. Показать свой характер, да? Да-да-да. Ну, Рокет всегда всем недоволен. Нельзя Рокету давать эти игры. Ты догадываешься, кто это пишет? Да. Макл за неизменный акцент. Да. Говорится, сам ничего не умею, зато люблю командовать, да? Процессом, как говорится. Что-то не плохо, блин, вот это не тот БТДД от Тая, где. Ну да, здесь вороны, плохие вороны. Это. Но у Тая выпросили все-таки хороших ворон. Вот там вороны, так вороны. А здесь
Ну ты тоже, конечно, убиваешь жизнь, но... Ну, блин, ну ты видишь, кстати, не успел. У тебя получается, в общем-то. Нюплекс, мы еще посмотрим твой стрим, когда ты с Ломаксом играл, как ты там играл. Липецк, ты представляешь, он с Ломаксом играл у него, да, а у нас на руках ни разу не играл, так что ты прими меры там какие-нибудь, надо его выпороть хотя бы. Выпороть однозначно. Кнюклиться надо этого. Кнюклиться, да. Вот ты смотри, тварь, что сделала. Ты видел, что она сделала? Она сломала капсулу. И, угу. И то есть мне бессмертие не дали из-за этого. Какая мерзкая. Что-то я не помню, чтобы такое в БТДД происходило. Вот Андеркорп, смотри, вот еще баг. То есть ворона разбила капсулу и ничего не дали. То есть она когда с клювом летит, да, разбивает капсулу. Да. Ну да. Это как в танчиках на Денди, когда они призы начинают подбирать. Ну тут она не подобрала его, хотя бы пускай подобрала бы что ли. Чтоб логичнее это звучало. Ну да, жизни бы и прибавили, да. Ну. Так. Не, ну ты так неплохо на воронах убиваешь. Я помню, я в детстве набивал где-то там 20 больше жизни, а сейчас как-то вот у меня вообще не получается. Mm-hmm. Потому что здесь вот, говорю, здесь вороны совсем не те. Ну, конечно, с теми, с правильными воронами не сравнить их. Нафиг вас. А и все, избить их уже нельзя после того, как убьешь их вот этим вот ударом. Ну, потому что он много тратит жизней. Очень. Вот, видишь, вот теперь дали мне ее жизни тут. А тогда вот бессмертие профукалось просто так. Ах ты, ну как так-то, блин? Ну она прям сквозь тебя. И потом ты. Ну и босс, да? Он ему тень исправил. Тут тень раньше была, видишь, ее нету теперь. То есть это глупо звучало, видимо. Ну да, если у человека нет тени, то почему должно быть у босса тень? Это странно. Вообще босс простой. Меня, знаешь, что немножко босс смущает, что он такой, ну как это сказать, плоскоцветный. Mm-hmm. Можно было ему какую-нибудь цветовую гребенку там добавить, точечками разбавить, чтобы он не был такой уж, ну такой уж совсем прямой и простой. Mm. Ну они, видишь, они увеличили того, тот спрайт врага, который уже был. Mm. То есть испачкать его немножко, да, вот дизельный, да, это правильно, конечно. То есть вот как вот на фоне есть вот там вот точки белые, то есть и такие точки, то есть видно фон, он сзади. Ну пока неплохо. Хорошо, багов нету никаких почти. Ну я не знаю, вот автор же тут, он как рассчитывал, вороны должны сбивать эти капсулы. Уй, так, не знаю, у него там прыжок-то маленький, прыжочек-то у этого Билли, или кто он тут? В этой версии он Билли, вот это с зелеными штанами, mm-hmm. дракон. А в этом хаке драконы ловят мух? Нет, похоже, мы никогда не дождемся, чтобы драконы ели мух. Это останется в наших мечтах. Mm-hmm. Здесь, по-моему, жесткий будет сейчас замес. Эти буржуйские слова, Кнюплекс, но русского слова такого нет, что поделать. Приходится говорить буржуйски.
Да, если первая ударит, да? Но он с твича, видимо, смотрит, что ли. Очень большая задержка у него. Смотри с сайта. Вот отсюда. Мы тогда будем оперативнее как-то разговаривать, общаться более онлайн. Гоночки пошли. В оригинале она не разбивала капсулу, да? Не, могла раз... Не, а в оригинале капсулы-то не было. А, точно, не было. Что-то я переклинил, да. Да вы своими хаками. Юзер уже не знает в дюнит, что было, что не было. Она могла, наверное, разбить в БТДД. Она и могла и пушку... Вряд ли. Могла и была и пушку ударить, и других ворон тоже там покоцать. Случайно. То есть, было. Хотя бабы с хвостами, наверное, разбивали все-таки, да? Бабы с хвостами, да, разбивали. Они палки там тоже, как помнишь? Да, там? Да, да, да. И да, палки помню. Тоже разбивали. Ну, значит, это с оригинала. Тайп, один игрок, потому что тебя рядом нет, поэтому я один. Ты бросил своего, вернул этого товарища и друга в беде. И вот он теперь один на мотоцикле тут выжимает последние капли бензина. Ну, Battletoads, они все-таки сложные, я не знаю. Ну да. Ты сейвишься, нет? Или ты как? Ты решил так? Без сейвов? Просто. Ну, давайте с сейвами, чё. Вот сейв, пожалуйста. Нет, ты как хочешь. Про так, вот он То есть они медленнее стали. Смотри, какие медленные ну, стали. Ну, правильно, а то они вообще оборзевшие были. Да нельзя. Ну и чё-то... И чё-то и дракон их тоже медленно бьет. Вот, видишь, вот. Да, да, по-моему, медленнее он бьет, ногой машет, раз в полтора, наверное. Я сначала жаловался на это, что он нифига не может делать, а он просто медленный стал, оказывается. Или, может, ты просто в такт не попадаешь ударом. Вот, нормально же было. Ну, надо же кнопку А много жать, раз. Ну, или попадать точно в тайминг. Да, тут тайминги очень жестокие в этой... В этих БТ... И говорю, мне в принципе все нравится, но мне не очень нравится то, что слишком уж сильно объединяют БТ с БТДД, и скоро будет не отличить вообще, кто из них БТ, кто из них БТДД. То есть все в одну кучу. То есть получится две части БТДД. Ну, так это хорошо. Да что ты будешь делать? Пишут, что скорость байков здесь выше. Так что ты давай это. Я заметил. Бодрее. Да блин. Бодрее. Да нихера не бодрее. Значит. Не получается у меня. Хрю, на БТ надо готовиться все-таки, мне кажется. Ну и надо нам все-таки следующий раз Миднафин будет новый 39-й, чтобы там версия. Неплохо бы, конечно, чтобы Дом Дэй еще собрал нам разные версии, разогнанные там и так далее. Так, ну а Боб, похоже, как был, это днищем такой. Почему? Ну, сильный, вот видишь, вот так вот его уже нельзя его так бить. Ну ты просто опоздал, наверное. Шустрее, ну. Вот так его можно зато бить. Это за дракона, за боевых жаб-то. Он тут сильнее, чем в БТДД оригинальном, ну, я согласен. Там его зажать можно, а здесь вот его хрен зажмешь. Так. Ну а здесь просто пинай ногой, да и все, да и там тоже пинай ногой, одинаково. Да, то есть... То есть удар-то второй-то есть. Мне кажется, если ему усложнять, то знаешь, что добавить ему андеркорпс? Какой-нибудь этот, контрудар-то вот у Ропера, например, есть такой? Ну, Рокет, это же первый босс в игре, может, не надо ему там давать пулемет на гранату. Либо вот, как... Юзер там или кто предлагал-то крыс добавить ему в напарники? Крыс? Бесконечных, что ли? Ну. Ну, не бесконечных там, они же все равно кончаются. Типецкий юзер не играет, потому что наигрался. Вчера 4 часа PUBG, и я уже... Да и вообще БТ я люблю меньше, чем БТДД. Поэтому... Тоже, конечно, люблю, но что-то он мне поднадоел. А Дюна будет, когда Кнюпекс файлики напишет.
Так, вот здесь. Сохранюкаемся. Зачем вам мои файлики? Как зачем? Глупый нюклиц. Как же мы в Дюну-то будем играть без них? Не глупый, он глюпенький. Ах ты тварь! Чё за хрень-то, блин? Ну, как-то вот... Чё там, Игорь, он прыгает как-то странно, вот этот вот. Билли, блин. Или кто он там? Фу. Снеговика без хрени не пройдешь теперь. А чё ты его не убил? Его этот прибил. Второй. Я так люблю играть. Вот, видел, что я сделал. Тоже. Автор, видит, видимо, автор говорит, я отойду, если снеговик босс будет превращаться в ежа, не пытайся его убить. То есть, видимо, какой-то новый режим снеговиков. Я последний раз, когда играл, там не был ежа. Я тестировал, я же помню, что тут было. Тут именно. До какого-то момента я дотестировал же. Так, вот эта хрень оживает. Ну ее нафиг. Снеговик, да, он будет во что-то превращаться. Упало. Вот здесь вот усложнен. Видел, как... Да. Мало то, что скользко, а еще тут может это самое. Ну, для БТ это нормально. Я не вижу никаких. Вот ну, для БТДД мне бы не понравились такие штуки. Вот и это капсулы. Шипы, всякие платформочки. Видишь, куда капсула поставлена? То есть... Вижу, вижу. Для БТДД, вот на мой взгляд, это не должно быть там. Вернее, оно может быть, но как сказать... Не обязательно. То есть, допустим, в таком месте может лежать жизнь, но мимо которой можно пройти просто. То есть, не обязательные такие места должны быть. Либо их вообще не должно быть в БТДД. А вот для БТ такие места, да, вполне нормально. Ой, побежал куда-то ты. Вот здесь надо подпрыгнуть. Ну видишь, там куча мест остается еще внизу. То есть оно просто вот его, оно не используется теперь. И теперь видишь, сразу босс появляется. Ну такой злобный. У него пузо распорото его, или это такой галстук у него. Галстук это. Да? В один цвет. Я понимаю теперь, почему он злой. Это, наверное, Кнюплекс ему там. Распорол, да? Играл в доктора. Ну, что-то он промахивается вообще, ты видел, да? Ну, да. Да смотри, что-то вообще. Че он промахивается-то по нему? Глупый дракон этот. Тут надо было за жабу все-таки брать, играть. Эти драконы, я говорю, в БТДД они... В БТ в обычном вообще что-то. Промахиваются вообще стали. По всему. Сейчас должен быть ёж, по-моему, да? Нет. Глаза он топор. О, вот он. Превратился в него. Да, да. Ух ты, как он. Это как типа Shadow Boss. Ну. И бить его нельзя в этот момент. Ну, он довольно так быстро кончился.
Будет еще тут? Или нет? Да, видимо, нет. Одного ежа только показал нам. И то какой-то он глючный. Ну и на мой взгляд, да, это слишком, слишком быстро все закончилось. Даже никто ничего и не понял. Нужно делать дольше анимацию, какой-нибудь эффект, там, чтобы он когда ежом вылазит, звездочки разлетались разные стороны. Ну. Нужно как-то более весомо делать. Так, не очень. Так, по-моему, он тут тоже что-то изменил. Дай-ка вспомнить, что. Так, ну, во-первых, блин, сейчас, подожди, соберусь. Соберись. А зачем разбирался? Хочется жизнь взять, а ее тут нету. Нету тут, да, жизни нет. Вот здесь нифига, вот жизни не добавлены, по-моему. По-моему, тут он только этих, ну, эти, здоровья пополнялки. Вот видишь, и сразу начинается еще одна. Видишь как? Вижу, вижу. Тунда, проблема не в том, что ешь на рандоме, а в том, что он невнятный. Как-то там вылез 2 секунды и пропал. И чего произошло вообще? Вот если моргнуть, можно даже и не заметить, что там ешь как-то вылезал. Липецк пишет, хорошо было бы сделать, чтобы при смерти появление так же, как бы ТТД. Да, и на то. Ты имеешь в виду на мотоциклах, когда что? Или. А, ну там же просто продолжаешь дальше, да? На мотоциклах вряд ли там сделаешь появление, то есть только заново. Потому что там же баги могут возникать. Например, через пропасть, если умрешь, да? Ну да. Через длинные. А. Просто в БТДД же нету таких пропастей. Ну. Там их вообще нету. Там их вообще нет, да. Вот, ну, пожалуйста, смотри, разбил, да, и она куда-то туда упала. Ну, да. Ну ты ее рано разбил, потому что. И все, больше тут пополнялок не будет. То есть надо было еще добавить побольше, вот после свиней хотя бы что-нибудь еще добавить. Вот уровень какой-то короткий получился. Вот, видишь? Уровень. Вот а после. Это же не конец еще. Не, все уже, то есть после свиней уже все, босс будет сразу. Так там потом еще уровень опять. Нет. Будет. Да как все. Нет? Здесь ты только что? Один шедоу босс, все. А раньше же не так было. Да, раньше не так. Уровень длинный был, там еще едешь, и потом еще босс. Как-то так. Ну, свиньи, конечно, дерзкие. Угу. Ну, свиней он не зря добавил, потому что они с палками сочетаются. Угу. Больше никто с ним. Вот, все, сразу босс. Явление, конечно, шикарное у него. Такой да, неплохо, да, неплохо. Знаешь, что, что мне я смотрю, вот сейчас и странно. Теней почему нету, когда все ходят? То есть тени появляются только тогда, когда персонажи прыгают. Ну, по-моему, так и должно быть. Ну, у тебя не. Я, наверное, тебя не смущает? Да нет. Ну понимаешь, если бы добавить тень на бег, вот этот. Ну, на бег и на ходьбу, то есть все время должна быть тень под ногами. Поменял участок экрана по факту. Пишет. То есть серфинг удлинен теперь, да? И после него вот эта вот часть уровня, которая. Шла тогда раньше. Ну какой-то серфинг невнятный, он же должен быть намного длиннее. Это слишком коротко. Да мне кажется, и Shadow Boss должен быть где-нибудь не в этом месте. Где-нибудь в 7 уровне, вот просил его. Ну им так, видишь, это мерцание будет, это ведь если тени добавить, будет мерцание. Видишь, им в лень было его переносить. То есть в лом. Говорят, у него там. Он зато красивше выглядит, я понимаю. Так. Мечки. Ну нет, это слабый уровень получился. Вот, ну что ты будешь делать? Вот как он так не допрыгнул? Эх, Рокет. Разбег надо было брать. Смотри, нет, он так прыгает. Он так прыгает с разбегу и вообще без нифига. Да, плохо прыгает. Липецк нету лага здесь.
на этом уровне. Блэга нету. Он перенесен, насколько я помню, туда, где нет босса. Ну да. Но я просил их, наоборот, перенести туда Shadow босса, а Блэга сделал... Слушай, прыгает он прям вообще ужасно. А ну, второй да. человек тоже так прыгает? А вот не знаю, прям надо было чудовищно проверить. Чудовищно прям, я не знаю. Да это он так прыгает, да. Ну это очень плохо. Я бы за такого играть не стал, наверное. О, смотри, как его. Нет, вверх наплевать, меня беспокоит, как он в бок летит медленно. Медленно? Очень медленно в бок летит. Надеюсь, свинью усилил Андеркорпс. Какую свинью? Ну, который сейчас либо летать будет, либо... А, Грок этот. Наверное, кто его знает, почему говорит. Ну, это Грок этот. Прыжок отвратительный. Убили, да, у этого вот. О, смотри, вот весь прыжок нафиг. То есть даже вот это ускорение змеи не позволяет ускорить сам прыжок. Ну да, да, да. По идее же он резче, как бы вперед. Ну. Дергается. А тут. Так, вот здесь змея изменена. Видишь, как она теперь двигается. Физика прыжков, пишет Дом Дэй, у всех четырех разные. Ну, понятно, разные, но не настолько же плохая, слушай. Ну и зачем вот игру так надо было сделать, вот изменять. То есть ну я это... тоже не уверен. Просто он вообще не прыгает. Он чудовищный. Он может быть высоко прыгает, но недалеко, я не знаю. Что ты будешь делать? Он, я говорю... Меня вот нисколько не смущало, когда они прыгали все одинаково. Прыгает же, ну вы чего? Вот если б совсем не прыгал. Да, вот если б совсем не прыгал. Вот смотри, что, ну что, как это понимать? Он вообще застыл. Ну он не летит вправо, да. Надо прям перед колючкой прыгать. Ужасный прыжок у этого, у вашего Билли. Ну я вот, да, я не буду с такого персонажа просто... Ну ты смотри, что, ну я вообще не допрыгнул даже. Это все нервы себе из этого тратишь. Слушай, если пролетите своего убили, это вообще какая-то ужас. Это ересь. Наки, вот он, Дом Дэй, который... Ну, ну смотри, я не могу шипы какие-то перепрыгнуть, что за бред-то? Ну, скрус, который, это и есть Наки. Ну, Рокет, я, видишь, заранее начал жаловаться еще на прыжок, а ты вот только вот... Вот было здесь, очевидно, почему что, вот здесь-то что, что оно прибавит страданий тут. Капец какой-то вообще. Вот, нормально, да. Ой, ужас. Ну, да, видишь, даже добавили платформу, чтобы... Да. Так, да. Я забыл. Так, подожди, тут по-другому сейчас все будет ехать. Да, ты зря налево прыгнул. Ты прыгай сейчас. Загрузи сейф и прыгай направо сразу. Да ты успел бы. У тебя же сейф есть, Рокки. Так, а я загрузился, да, точно. Ты грузи и прыгай вправо сразу. Прыгай вправо. Все, прыгнул. Да прыгнул, нормально все. Вот так, и жди теперь пока. Ну я позже вижу, потому что я же на стриме смотрю. Чаёк. Вот так хорошо играть, когда юзер сидит, бьет чаёк, а Рокет наяривает в батл. Вот это вот отличный кооператив. Тем более, пусть люди поностальгируют по моему старому мику. И кто эти люди? Сам Наклз, да? Ну да, их теперь двое, Наклз и Нюкликс. А, и Ломакс еще. Да, Ломакс. А, и Липец тоже чаёк попивает. Вот, вот это вот правильно. Рокет отдувается, остальные пьют чайку. Ну почему, я тоже пью чай. Да какой ногой-то, какой рукой? Да что ты будешь делать-то, твою ж? Ну, да, конечно, тут исхитрились тут со своими змеями тут. Ну их просто надо запомнить, как в оригинальном БТ надо было запоминать змей, так же и тут надо просто запомнить змей, колючки и прочее. Босс, да, сейчас будет босс, да, вот он. Эй, ну чё я промахиваюсь-то по нему, да чё за бред-то? Смотри, чё, вообще. Ну как-то... Да ну в жопу со своим... Почему-то... Почему-то ты... Да. Слушайте, фиксите своего этого вообще, персонаж какой-то дебильный стал.
Раньше же нормальный был. Ой, ужас. Ты как-то неудачно прыгнул, да. Нет, сама идея мне нравится, вот этого босса. Как бы все, в общем-то, неплохо. Он не да сложный. Да все очень плохо. Но я вот когда играл, с первого раза прошел без проблем. То есть надо его пнуть перед тем, как эта змейка уходит. Да, вот так бьешь, и сейчас подпрыгивай, вот и все. И твой труп едет. Да. Норм усилил, я доволен. А чем он усилил? Тем, что дольше змейки не появляются? Да он усилил, как он. Просто не попадать стал по нему. И ну, или не попадает, да, или быстрее змейки. Ой, говно какое-то, ужас. То есть, на мой взгляд, это не играть невозможно теперь таких стало. То есть, пускай бы был босс сильнее, но чтобы змейки да не стали так быстро. Андеркорпс, херня вышла. Смотри, что. Рокет, ну не злись. И криво буду бьет, злиться, конечно, буду злиться, потому криво. Что промахивается ваш сраный персонаж. Не бьет иногда, чё за? Ну, да. Ты нашел кого слушать? Doom Day. Вот тоже мне профессиональный игрок, и его 100 хаков застримил, 100 игр проиграл. Doom Day тебе наговорит. Это первый экран змей. Это последняя змея, пятый экран, новый добавили. Да, первый уровень, то есть со змеями, где добавлены шипы и босс. Ну да, ну да. И может он это как раз прошел. Ну и хорошо, что туша для битья. Бей его. Рокет на дно сейчас уйдет. Змеи и так непростые, как бы сами по себе, а еще делать. Ну давайте, знаете, что я предлагаю? Я предлагаю сделать, чтобы босс мешал на всех да. Змей летал. То есть все четыре змеи, все четыре стадии должен быть на них босс. То есть ты будешь бегать, прыгать по шипам, там где-то лазить, все, а босс тебе будет еще мешать. Давайте так сделаем. Угу. Я думаю, будет очень весело. А внизу, естественно, везде уберем всякие землю, любовь, оставим только шипы. Конечно. Босс, наверное, из дракона сделан, пишет Липецк. Ну, он кусает как дракона, а летает как ворона. Ты, Корбс Грайндер, ты скажи, что ты изменил. То есть, как бы вот, босс-то, может быть, и можно усложнить, чтобы он сильнее кусался, или еще что-то. А вот чтобы змейки так, как бы, резко не зацепился. То есть, как бы, такой промежуток большой между вылезанием и так. Выглядит ужасно, ужас. Да, кусать. Еще ракета самонаводящая, еще темнота нужна, чтобы свет включали периодически, чтобы не видно было, куда идешь, куда прыгаешь. Внизу шипы, это по-любому. И таймер, еще таймер. Да. Конечно. Босс стал чаще атаковать. А змейки ты не менял, да? Только атаковать чаще стал. Ты его убил, в общем. Ну, сейвами, правда. С помощью какой-то, да. С помощью сейвов и какой-то там матери. Может быть, просто, я не знаю, если усложняешь, не стоило так уж много внизу шипов, я не знаю. Чтобы какой-то вариант был выжить там. Кнюплекс пишет нормальный босс. Вот еще один авторитет в мире БТДД. Сами-то вы с Ломаксом там нифига не смогли пройти. Че, они там играли же, да, в что-то в нем? Предыдущая версия, только это разница. Видишь, он пишет, что только атаковать чаще стал. Да ну у вас Doom Day со своими предложениями. Какие-то, говорю, у вас предложения стали. По улучшениями всяких боссов. А чё эти всем люди не забивают? Почему они падают? Да вот. Хрен бы их знал. Хрен бы их знал, этих крыс. Да и вроде исправлял же, чтобы они как-то адекватнее были. Так это та исправлял. А другое дело, когда это не та исправлял.
Не, ну тут видишь, люди все-таки разные занимаются. Люди сделают, сильно уровни переделывают, правильно? А Тай больше добавляет какие-то фишки и чинит баги. Ну, надо, говорю, левел-дизайнера все-таки какого-нибудь интересного. Не, ну вот к ним. На скейтах сильно порезали уровень. Стал он так себе. Короткий и невнятный. Равно как и снеговик с его шипами. Угу. Кстати, Андеркорпс видел, да, своего снеговика-то? Ну, он слишком невнятный. Он вылез на 2 секунды, я вот моргнул и даже вообще не понял, что там произошло. То есть он быстро вылез и быстро залез. Так нельзя делать. Он должен несколько секунд вылазить с эффектом, ну вот как типа Shadow Boss. Потом сколько-то секунд бить. И, ну, наверное, потом сколько-то секунд залазить обратно. Превращаться в снеговика. Иначе, блин, это все коту, коту под хвост. Босс сейчас будет. Вот он босс, вот он ваш Блэк. Угу. Снеговика посмотри, да. Получился он вообще как скомкан, непонятно что там. Распутник неплохой левел дизайнер. Да, да, я согласен. Я согласен, но беда-то в том, что он делает не БТДД, грубо говоря, а БТДД-2 уже. Угу. Уже другая игра. То есть я всегда говорил, что надо разделять оригинальный БТДД с исправлением ошибок с новой частью БТДД. Это должны быть разные игры. Возможно, с одинаковыми возможностями, то есть фишками, которые добавляет Тай. Но разные игры. Разные... Как это, ой, блин. Номера игр. Подожди, части. Вот здесь где-нибудь сохранюсь. Ну, у снеговика шип был только один раз, и мы его не заметили вообще. Ну, не разглядели даже толком. Да. Ну, с предыдущего стрима, естественно, уже забыл, как тут что проходится, так что... Ну, я, честно говоря, вот этот уровень не очень люблю. Ну, это аналогично, я поэтому... На консоли перепрыгивал его, по-моему. Его же перепрыгнуть можно? Да, конечно. Да? Там варп, варп есть. Большую часть времени я его перепрыгивал. Вот это тоже однотипные все эти летающие огоньки. Ну да, хоть бы жизни летающие добавил, там что-то подобрать можно было. Вот нету, нету, потому хотя, что здесь хотя... капсулы теперь добавлены. Понятно, хотя летят слишком быстро, наверное. Он утверждает, что там теперь нету капсул с этими жизнями. Ну почему? Летающие жизни-то были в БТДД. Например, в космосе там летали же жизни. Из корабля-то. Нет, в космосе, конечно, были в БТДД. Но в БТ-то не было, наверное, да? Нет, здесь просто жизни лежали. И висели. Нет, ну да, шипы были там. И лучше было. Просто оно такое все маленькое и так быстро все. А, тут Сигамен еще жаловал, что самолет сломанный. Видишь, там кусок хвоста оторванный у него. Было же такое? Вроде бы. Имеешь в виду левую часть хвоста? Да, вот, вот, вот когда на нем сидит дракон, там оторванная он, часть видна. Mm-hmm. Самолет сломанный теперь. Корр... Ой, забыл, забыл, забыл. Он не должен чаще превращаться в державу. Он должен делать это более эффектно, понимаешь? Здесь облегчено, вот видишь, нет. Я вообще не стал делать в этом, полагаться в этом смысле на рандом. Лучше сделать, допустим, чтобы он превращался в ежа при третьей жизни. Мне вот интересно. 75-70. Это Корпс Грайндер. Ой, я буду с Андеркорпсом, извини. А вот в седьмом уровне уже тоже какого-то босса планировали в конце там добавить.
Вот смотри, юзер, какие нововведения. Вон, видишь, что появилось тут? А что появилось? Вот что появилось. Где? Вот. А, понял. То есть теперь вместо палок тут динамит. Динамит добавили. Вот, смотрите, тоже интересное нововведение. Я думаю, этот динамит не только здесь может оказаться. Может быть, например, на уровне с крысами, где бегать надо. Вот. Промахнулся, блин, а. Ну, это, конечно, да. Какой-то промахистый персонаж у вас. Игру вышел, да ужас. Он не только прыгать не умеет, так еще и бить не умеет. Так, зря я выбросил динамит. Надо было при помощи него этих разбивать. Ладно, неважно. Razer говорит, что крутой хак по мне. Не, ну как хак, он может быть и крутой, но дело-то, как тебе сказать, в целостности картины. Так, вот здесь нельзя разбить, чтобы она упала на ту платформу. Вот, смотри, я покажу. Ну, ты налево бил. Вот, смотри, и все. Ну, зачем ты бил направо? А если направо бить, смотри, какая хрень происходит. Ну, ты подожди, чтобы дырка не ехала, когда дырки нет. Плюс еще скользко вот тут. Все. Не, ну это нет, это не аргумент. Просто надо правильно сделать это. Все нормально. Ой, уйди отсюда. Так, от одной избавились, теперь от второй надо. Все. Вторая сама избавилась. От своего существования. О, вентилятор, вон, видишь, добавлен. Вместо палки. Здесь палка была раньше. А вместо нее прикрепили вот эту вентилятор. Корпфрендер. Razer охмурил нашу московскую девчушку, и вот теперь он в Москве. Поправка, он был из Украины, да. Так. Как он интересно кидает. Ой. Русский... Она не Украина, она вообще Украина всегда говорит, насколько я помню. Украина это стало как последние какие-то эти. Ну, неважно. Нас сейчас меньше всего интересует Украина. У нас хак. Да что ты кинул-то ее? Да. Ты ее кинул. Ты мог просто пробежать мимо, честно говоря. Ага. Ты не мог. Вместо того, чтобы ударить с разбега, он ее кинул. Подожди, гранату. Если ты не убил эту штуку, гранатчик бы вылез или нет? То есть игра бы вообще дальше пошла или нет? Да пошла бы. Убить, по-моему, надо его. А если бы ты не убил? Ну, не двинулся бы экран дальше. Понятно. По-моему, эту хрень тоже можно убить, но... Имея динамит на руках, это достаточно трудно сделать. Ну, выкинь его, зачем ты его? Выкинь как... А как я носик разобью? Какой носик? Вон. Газовый. Ногой газовый. Все. Пни его ногой. Да не получится ногой. Да как не получится? Пни его ногой. Он выкинет динамит тогда, если пнуть ногой. Да пни ногой носик ты. Да поздно уже. Да ладно, тут бессмертие есть. Так, длинный носик. Длинна носик. Так, вот коротенький. А здесь, видишь, нельзя уже теперь. Тут вон, закрыли там попробуй проход. Попробуй пни, сохранись, вот пни его ногой просто. Давай, ради интереса. Да не пнет он его. Да пни, говорю, ногой его. Вот видишь, вот. Нифига, вот, о, не пинает. Блин. Вроде пинал уже. Пинает, когда палка есть. И то с разбегу, если пинаешь. То есть, если пинаешь просто так, он не разобьет, он палкой ударит. А если динамит в руках, он выкинет динамит. Понятно. Вот так вот, короче. Ну, динамички прикольные, чё.
вообще. Рубоманус. Заметил, из какой части он теперь? Ну вот он покрасивший, конечно. Симпатичный такой. Yeah. Он даже, можно сказать, не вписывается в первую часть игры, она такая более тёплая. Простенькая, как по цветам, так и по картинке. Блин, вот что-то бьет он меня, засранец. Ну потому что он, видишь, когда кидает его человека, он кидает его недостаточно далеко. Игра надо, вот человек этого надо улучшать, потому что... Чё попало? Да надо его пристрелить, чтобы он не мучился, этого человека. Чё попало, а не человека? Ну ты запомни, у него, видишь, у него последовательность стрельбы вверх, вниз, середина, а ты все время на этот вверх нарываешься. Да опять вот ты наверх все время. Да не прыгай ты, когда он стреляет. Да блин. Он сейчас вообще не прыгнул. Добавьте сюда Шреддера тогда. Как он изменил? Нижний верх теперь стреляет, смотри. А он в оригинале что так тоже делал. Ну, наверное, да. Что ты будешь делать-то, говно? Чё он не попадает по нему, а? У ним не попадает. Вот эта вот красота, да, это, конечно, напрягает. В общем-то, неплохо так. О, тут он разогнался. Ой, ой, говно. Вообще не попадает этот ваш сраный Робоманус. Ну нахер его. Переиграй лучше. Вот заметил, кстати, смотри, юзер. Вот я пытаюсь удрать от гранатометчиков, а нифига теперь. То есть надо обязательно их убить. Понятно. Я что еще хочу показать насчет этих вот. То есть молодцы, они еще добавили тут этот. Липецкий босс понравился, наверное, он хочет его убить сам, самолично. Чтоб тебя, блин. Ну, урон от электричества они не изменили. Такой же... Такой же он. Человек, я говорю, полное дерьмо в этой версии Battletoads. Что, не удивляйтесь, почему тут. Говорят, ты неправильно его бьешь. Стой в центре экрана и бей с разбега. Могу вот так еще бить. Он так еще поверх стреляет. Надо подождать. Но скоро он начнет понизу начинать стрелять. Тогда тактику надо подменить, я так понимаю. Да блин. Да промахивается он, говорю, еще и понизу бьет. Вот он так он не делал в Battletoads. Double Dragon. Ну это не важно, надо запомнить. Не, он труп-то не мог ударить. А здесь он может ударить. Ну да, труп он не бил. Слишком низко лежит. Ой, нет, что-то у вас... Что-то у вас все не так с этим хаком. Да ну не страшно, потратишь две жизни, подумаешь. Ничего страшного. Ну, дерьмо. Вообще не ударил даже. Олень, блин. Не, ну, по-моему, тут упрощено все-таки в сравнении с предыдущим стримом, когда вы вдвоем стреляли. А что именно? Ну, те же самые вот эти намного водные скейты и еще что-то. Там как-то попроще выглядит, в общем. То есть у вас тяжело проходилось. Здорово у тебя. Ну вот тут, конечно, да. Тут вы и так страдали. Этот уровень, видимо, не изменен. Да?
Вот Тай здесь вот этим вот роботом это, то есть уменьшил урон от попадания. Ну ты видишь, Липецк правильно говорит, а основная сложность вот БТ за счет того, что все время начинается сначала. То есть ты умер, и давай сначала. То есть если бы ты про это продолжал отсюда же. То есть может быть имеет смысл, чтобы он продолжал отсюда во всех уровнях, кроме так, тех, где это невозможно, типа мотоцикл. Ну да. То есть, например, на мотоциклах пускай будут чекпоинты, а на таких уровнях, чтобы он продолжал бежать дальше с этой жизни. Потратить жизнь и дальше бежать. Игр, поди счастлив смотреть, как умирает Рокки. Как же. Просто лопаюсь от счастья. Ты иди нам новую сборку Миднафина делай лучше. Дюмдей. Последнюю, чтобы и обычная, и разогнанная была. Четыре раза. Давай, и делай нам там... Для Дэнди, и для Сики, и для всего. Да, чтобы там ничего не глючило у нас, ни анимации вот эти не дергались там. Как у нас в Том Хаке дергались. В Street of Rage, например. Тут не получится на месте респауниться. Много места без твердой поверхности. Ну вот надо просто те уровни, наверное, где нет твердой поверхности. Там и отменять, типа, как я сказал, мотоцикл. Там просто проблема, что игроки друг друга... Что ты будешь делать-то? Вонючие убивает. Ваши роботы, блин. Убить их. В топку и на дно. Нет, тайную, что вот убил он экраном второго, ну и дальше что? Он должен появиться просто рядом с первым, тот, который убил его на экран, и все. Зачем вам последняя сборка? Потому что мы хотим без глюков Street of Rage, мы хотим без глюков этот, как он там, Kawasaki, не Kawasaki, там мотоциклы. Короче, много игр с багами в старой сборке. Да, увы. То есть я думал, что это все, я виноват. Там, вот, я... вот Феликс, например, там сквозь сумку видно все и так далее. В общем, глючная версия 36-я. Нам нужна последняя 39-я там или какая-то. Тай говорит, в основном проблема в вертикальных экранах. А в БТДД была только веревка. Так, ну ладно, попробуем по-честному пройти это колесо. Ну, они не настолько сложные, чтобы читерить, тем более они не изменены, если... Не, помнишь, как проходил ты его? Ну да, да, но это да баг. Да что ты, твою мать-то? Да, я надеюсь, однажды Тай починит абсолютно все баги. Да не надо, этот не надо чинить баг. Надо. Это все нормально. Нет, надо чинить. Эти... Его, во-первых, сложно да. выполнить все равно. Нет, надо чинить все. Любые баги надо чинить. Они мало того упрощают игру, так еще и могут добавить баг других. Да не, вроде ничего не добавили. Это не баг, колесо дает хору игрокам. Да ты не про то, можно же колесо пройти вообще не бегая от него. Да. То есть можно его просто тупо там. Тварь. То, что я скидывал для Another World. Ты его разогнанный скидывал или нет, я не помню. Но нам надо, как сказать, одни версии, чтобы мы не путались. Одной и той же версии, только не разогнанный, разогнанный для Денди, разогнанный для Сеги. Чтобы мы могли просто взять эти старые наши, удалить и заменить вот этой новой. Так это же фора. Какая это фора, когда колесо уезжает вперед тебя и разбивается там, а ты просто спокойно идешь вперед и все. Это не фора называется. Фора это когда колесо идет чуть дольше, позже, чем ты пробегаешь. Ну, слушай, а вот это место, оно было разве? Изменили, другой? Изменили. Или что-то другое. Дай-ка я трюк один выполню тут. Давай. Кто я в детстве выполнял. Давай! Ах ты, скотина. Наоборот, чтобы ее это... Акулу можно с вертолетика будет убить. Только потом взять никак, ничего. Street of Rage упал.
По-моему, не пал это. Да нет, по-моему. О, видел, как я... вот так. Вот так я делал в детстве. Да, неплохо. Ну, утка здесь, конечно. Вот я бы поиграл за эту утку, честно говоря. Она бессмертная и всех грызет прям с одного грызка. Сделайте мне утку. Так, он говорит, здесь баг есть вот такой, например, с разбегу бить робера. Вот, надо... Вот у ропера же есть там, да, вот, защита от удара. Но, вот но он вот. Не первый босс уже, что ты хочешь. Нормально. Прибили один раз. Ну, ты сам виноват, сам встал. Да нет, там среагировать надо было. Ну, поменьше стал стрелять он. Видишь, три раза всего лишь. Вижу, вижу. Не убил он тебя даже. Мне кажется, вот это вот три раза нормально будет. Чем в оригинале это было. Ну, по мне, так он довольно простенький. Вот сейчас ты его один урыл, практически ничего не потратил. А поел бы его сейчас бинальный насмерть. Так, вот он еще один. Уровень, похожий на шахту. Здесь, наверное, тоже будут гранатометчики. Я вангую. Или нет? А вот можно было добавить. Корпус грайндер. Нет, нет, не буду. Как идея его? Да зачем они здесь? Да ладно, ну, понимаешь, не надо сувать все подряд, просто ради того, можно, чтобы... Можно, можно. Не можно. Он похожий уровень с тем. Ну и что? Иди отсюда, крыса. Разгона требуют другие игры, людей. Честно говоря, я вот в детстве, когда играл, вообще не знал, что можно эту крышу пинать. Даже у меня мысли такой не было. Mm-hmm. Всегда я просто пробегал быстрее нее и все. Не, я помню, первый раз дошел тут. По-моему, я тут баг словил сразу в уровне. Я ее пытался пнуть, короче. Я не рассказывал про это, про то, как я... По-моему, я много раз рассказывал про это дело. А, короче, там... Ну, когда она летела, да, она же умирает, она летит потом. Угу. И в этот момент ее тоже можно бить. И, угу. Короче, жаба заглючила, она стала вместе с крысой лететь сквозь платформы. Угу. И слушай дальше, юзер, что было. Там по пути был робот... Жаба mm-hmm. замахнул, чтобы этот робот ударить. И попала по крысе, короче. Mm-hmm. И крыса все, сдохла моментально. И вот здесь вот где-то, по-моему, вот в этом месте, то есть засчитали выигрыш. И вот, и жаба пошла куда-то. Куда-то непонятно. Блин. Видишь, человеком легче крыс убить, у него диапазон удара больше. Но у этого человека вообще не диапазон. Никакой. Он никуда не попадает. Да бегай же ты. Трусливый. Вы видели это? Вот это жесть какая-то. Вот он ваш диапазон хренов. Ладно, мы провалимся сквозь платформы. Но мы же не можем сквозь них, да, сквозь потолок еще проваливаться. Блин, ну... Беги, Рокет, беги. Ну нафиг, я не убегу от нее, ты че? Тут ее надо сразу бить. Да ладно. Да блин, ну что ты не бил-то, дебила? Да можно так пройти, Рокет, спокойно. Зачем ты, я не знаю, паришься? Здесь же, чтобы бежать, не надо вперед-вперед долбить. Можно просто вперед же, нет? Поэтому вот сейчас фору себе некоторую заработаешь, потом крыса будет, ну, себе некоторую фору зарабатывать. Да что ты...
Ну это пипец полный. Отлично. Мы такого еще не видели, по-моему, да? Да, вот еще один баг, пожалуйста. А тварь. Это надо вырезать прям для видео отдельного. Такой момент шикарный. Давайте еще раз. Все, отлично. И еще раз давайте пройдем это место, чтобы босса убить. Уже босс тут крутой, судя по всему. Не крутой, говорят. Ну вот он, как не крутой. Бычок из БТДД. О, он меня сразу уже нагибает. Ну это, конечно, бычок. Он просто красивее, чем тот, который был тут. И у него ударов больше. Он ходит, он полноценный этот. Ну да. Полноценный там враг, так скажем. Ну да. Руками машет. Чем тот. Ну конечно, конечно. Ну, БТ какой-то, конечно, в этом плане, да. Графика беднее, некоторые моменты не доделаны. Тот против людей был полный лох. А против лягушек что, то же самое, с разбега бьешь, да и бьешь. Ну. У него рога не перебиваются. Мне кажется, рога... вот этого бычка может тоже усложнить, раз он один тут. Либо крыс добавить к нему там, как я добавлял. Не, ну на мой взгляд, и ропера надо усложнять, потому что он вообще ничего не сделал. Так, вот Робоманус был неплох. Ну это опять синхронное плавание начинается. Вот я всегда проходил этот уровень, скрипя зубами. Примерно сейчас то же самое происходит у меня. Потому что как я его в детстве затащил, это жесть какая-то была. Ну были... он был сложный, для него нужно было идеальные джойстики, чтобы пройти. Ну. Иначе он никак не проходил сложно. То есть чуть криво жмешь стрелку. И все. Легче говорить? Не, ну в японской этой версии там все легче. Не только этот момент. Ой, медленный что-то человек ваш все равно вот. Знаешь, вот этот уровень с колесом, наверное, нормальный только в Super Nintendo. В этом таком батл-маньяке, который... А, ну... Вот там он как бы пободрее, там, ну, там хоть есть трамплин. Там хоть видно, что кто-то едет убивать, а не колесо какое-то дурацкое. Там же крыса была вроде. Ну и там сам уровень это, с пропастями там небольшими. Я почему-то вот... Почему-то тоже все считали, что это тоже крыса, вот этот шарик. То есть она просто быстро бегает. И поэтому не видно, то есть видно, что там шарик какой-то только вместо крысы этой самой. Ну вот. Ну, еще быстро добежал довольно. Еще один сложный уровень. Ну здесь, я думаю, это царство сейвов будет. Да вообще. Ну щедро, видишь, как положили жизнь. Неплохо. Вот сделать вот, чтобы вот этой палкой можно было разбивать вот эту вот штуку, которая крутится. Да тоже нет. Вот как идея. Да нет. Потому что что она крутится, вот ее убить нельзя, ее ничего с ней нельзя сделать вообще.
Только она может убить тебя, и все. Ну, правильно, это потому что шип каменный летает. Как ты его убьешь? Сломаешь и палку, и сам сломаешься. Угу, еще он крупнет, эта капсула. Это хорошо. Это просто как идея, я говорю. То есть для палки добавить свойство. Разбить чего-нибудь еще. Ну, естественно, кроме платформ. Вот бегемота разбивает, давай. Ну, этот, как его, Хорнхед, это враг называется. Недавно вычитал. Уровень же существенно облегчен, пишет Тундей. Рейер же выкладывали свое видео, как они делали Battletoads. Вот там один из этих врагов там показывали тоже. Как они его там рисовали тоже. Размеры для него там прописывали. Вот это у бегемота? Ну. Но он очень маленький. То есть там он на картинке был довольно злой, чем здесь. Здесь он просто открыл рот. То есть Рейер, они там молодцы в плане всего этого, то есть были. Ну да, еще же говорят, что они меньше любят БТДД, чем БТ, как бы. Это вообще странно. БТДД прям намного лучше, чем БТ. Ну вот, насчет этого, да, то есть они сказали, что они этот проект вообще не хотели, то есть это, видимо... Ну да, это вообще крайне странно, получилось отлично. Они что-то там писали, что они пытались эту, как бы, из дна достать эту корпорацию Технос, которая загиналась уже. Угу. Видимо. То есть вот эти драконы, то есть они пытались и спасти этих персонажей, то есть... Дабл Драгон, ну я понял. Ну, чтобы их не забыли, вот так, так скажем. Ну и некоторых персонажей, там, Абобу, они, Линду, там. Всех остальных, к сожалению, они запутались, кто они такие. Вот, смотри, что сделала эта штука. Повернулась, она такого не делала. На Сегу нормальный порт так и не сделали, БТ. Чему? БТДД сделали порт? Ну да, БТ он имеет в виду. А, ну, там уже не Рейр делала. БТ, он же был же, да, тоже? Да. Просто он качество какого, я вот не помню, честно говоря. Да ужасного качества. БТ именно. Угу. А вот БТДД там уже, вот, когда Тай разбирал, он говорил там, что там и код. Ну, похожий. Ну, идентичный. Да. Ну и мы музыку добавим, это будет лучше, что вообще. О чем можно мечтать. Звуки, вернее, да. Не музыка, а звуки. Музыку-то уже добавили, звуки остались. Ну, звуки вырезать надо, видишь, в чем дело. Рейр ничего не хотел, там издатель настаивал. Рейр, видимо, там на островах уже попивали коктейли. Им было не до БТ. Ну или наоборот, да. Или наоборот, издатель Технос, я так понял. Настаивали на то, чтобы объединили. Рейр хотели еще больше денег. А тут на тебе, о, новые персонажи объединить, да еще. Ну и да? Так они, наверное, неплохо, если, я не знаю, денег прикрепли, потому что порт был и вот Дэнди на Сегу, на Супер Нинтендо, наверное, они чего-то получали даже. Да и на аркаду они там вот переносили. Да, и на аркаду там барахло какое-то, но... Ну, кстати, про версию на аркаду они говорили, тоже хотели на геймбой сделать ее. То есть там даже бета-версия есть ихняя, то есть. Но они ее не выложили, по-моему, до сих пор. То есть тоже. Ну пока вроде все более-менее стандартно, кроме того, что капсула, да? И она периодически есть. Угу. Так. Что там Razer пишет? Да и пишет Технос с разработчиками издать. Ну так, ну они же, если они предложили эту идею Rare, то они-то и получается, вот смотрите, сожрал меня бегемот, и я начинаю с этого же места. Да, это хорошо, слушай, а как это так?
А вот тут именно почему-то добавлено. Только в последнем уровне, да? Да, но если ты упадешь в пропасть, то все. Пиши пропало. То есть на пропасти это правило не распространяется. А, двойные полочки, ну вот это я помню, это читаю, я облегчал. Тут, видимо, тоже облегчили. Ну да. Вот именно поэтому, наверное, Razer, они предложили идею Rare. Мощной корпорации на тот момент. А им как раз вот деньги были нужны, то есть они очень вовремя обратились, видимо, к ним. Эх. Видели бы они хак Тая и хак Корпса. Ну, да. Они бы еще не так бы. Не, ну сейчас вот я тебе еще раз говорю, по сравнению с предыдущей версией, вот мне не нравится водный уровень совсем. Он короткий и невнятный. Так, по-моему, тут два бычка будет, да? Нет, ах, так. Вот, что тут будет. То есть хакеры это не только улучшать могут, но и ухудшить тоже. Вполне. Ну, на то они и хакеры. На то, да. На то они и хаки. Нравится или не нравится. Я не знаю, что Ломакс по этому поводу тесует. Нравится, не нравится, что переделывай там, я говорю. Не для себя же всю жизнь сделать. Согласись, юзер. Я, например, я в последнее время стал учитывать мнение этих играющих. Там, например, мои там творения играют. Ну, я, конечно, пишу в последнее время, что вот, например, там, если играли в какой-то мой хак древний про черного плаща там. Древнахак, ну. Который я там просто делал для тестов, например. То есть я уже пишу, что он уже древний, лучше в него не играйте. Все, тут можно. Темная королева. Юзер, о каком уровне говоришь? Говорю о водном, который на скейпе. Он стал плохим. Он короткий и невнятный. Так, бьет. Тут, видишь, королева тоже, кстати, может из Б... ну, из БТ дать сдачи кому-нибудь. И не только. Ну, королева, кстати, вот стрёмная. Никогда. Она вот даже мне не била так, как тебя сейчас. Я почему-то ее бил и бил. Может, лягушка так ее хорошо бьет. То есть прыгиваешь, подпрыгиваешь, бьешь, подпрыгиваешь, бьешь, и никаких проблем вообще. Может быть. Ну, человек тут, конечно, полная дрянь. Вообще. Промахивается часто, то есть. Конечно, это надо исправлять, это надо все. Его, видимо. Диапазон выше у него, конечно, но что-то какой-то он. Диапазон в какую сторону выше, говорят. А, на 8 уровне, говорит, еще можно сделать воскрешение. Ну, делайте. Вот на 9 можно, например, сделать. Там тоже... Да, вообще почти везде надо делать. Кроме, вот, например, гонок на мотоциклы. Вообще даже периодически его надо просто в коде программы включать, выключать. То есть, где есть чекпоинты, там пусть будут чекпоинты типа мотоциклов. Вот оно и затащено. Ну да, да. Хак классный, хак интересный. Конечно, тут все равно тот же самый БТ. То есть местами будет все равно сложно. Местами будет вам драть задницу. Ну, я думаю, автор все равно же еще делал. То есть, это же, наверное, не все, что он хотел. Или как? Нет, каков, наверное, процент готовности? Или он будет все уровни какие-то еще доделывать? Да, Corpse Grinder. Все-таки огласи список там еще каких-нибудь изменений. Что будет еще? Скажем, пока это да, так. Пока это очень близко к оригинальному БТ. Ну, кроме того, что здесь есть драконы, новые боссы некоторые, но все равно близко. Ну, так-то неплохо, конечно. Вот, музыку добавили в конец. Все вопросы к Думдею. Вы же там теток хотели добавлять и врагов из БТДД.
А что так неплохо? Вот, например, ты бы хотел юзер каких-нибудь карадюк увидеть? Например, на 7 уровне. Не знаю, я тебе говорю уже, у меня вот это вот сближение БТДД и БТ... Ну, понимаешь, а откуда брать тогда? Вот видишь, есть откуда брать, а вот новых-то врагов-то придумывать надо. А то пошло. Видишь, в чем дело? Вижу. То есть только сближать. Вот как мы с Таем поступили, точнее Тай поступил с хаком DuckTales 2. То есть он взял музыку с Chip 'n Dale, то есть 2. То, что, собственно, сближало их с DuckTales 2. Также вот здесь тоже. Что-то от чего-то другого брать. Если кто нарисует, то может сделать новых. У меня есть, в принципе, некоторые наработки. Я могу поделиться. Но, Corpse Grinder, ты все-таки зайди в скайп. Ты есть в скайпе? Чтобы мы уже имели место, то есть, на месте, так скажем, раскидаться. Вот напиши свой скайп, чтобы я тебя добавил, если что. А, вот такой, в общем, этот классный хак. Даже Липецку он понравился. Есть куда стремиться. Конечно, есть недочеты у этого хака, то есть и вот, плохой человек, конечно, вышел, плохой прыжок у человека, то есть не может он попасть по боссам иногда. Под словом иногда я понимаю это часто, он не может попасть. В общем, будем еще какие-нибудь там смотреть, проходить твои творения. Вот у меня претензии вот сейчас конкретно только три. Вот плохой прыжок у человека ужасный, он мало прыгает, мало двигается в прыжке вперед. Это раз. Во-вторых, он мимо бьется, очень много ударов, он мимо косы. И третье, ты укоротил в 2 раза уровень водной носки. Больше у меня претензий пока нет. Да, то есть вот имеет место быть, то есть и те уровни, то есть... Конечно, там в оригинале он был длинный, стал он теперь очень короткий. Мне кажется, вот 5 уровень, да, вот стоило бы все-таки удлинить еще раз. То есть там после вот свиней, например, сделать еще палки там какие-нибудь, еще врагов, там дракончики, например. А потом появляется Shadow Boss, например, дракончик это, то есть если ты его оседлал, да, юзер? Если он, например, дракончик не сочетается, да, с Shadow Boss'ом, то он, например, это самое, сам улетает от тебя. Ну, не знаю, пускай сам он думает. Что-нибудь-то надумает. И то есть, вот он улетел у тебя, и ты его уже убил, этого дракончика, и все. Соответственно, уже бьешься с Shadow Boss'ом потом. То есть, вот так можно сейчас сделать. Разнообразие, мне кажется. Ну, а кого еще в 5 уровень можно? Только вот каких-нибудь новых врагов добавлять. Теток там, например, вы хотели добавить. Да и не знаю, можно было тупо просто врагов накидать. 6-7 человек там, чтобы они одновременно попадали. Не знаю, ну, надо смотреть, думать, пробовать. Сколько там одновременно можно... Там по большому счету бы, вот знаешь, что сделать бы? Разделить всю видеопамять надо. Потому что там, я посмотрел, там опять ересь творится в этой видеопамяти. Мы когда вот с Таем делали БТДД, когда объединяли, то есть там Блэк вот вместе с мотоциклистами там, то есть надо было Блэка еще отделить от них, то есть вот такая ерунда была, такие нюансы, то есть прежде чем его совместить с кем-нибудь, то есть это надо отделить сначала, потом всю эту графику перетасовать, и тогда возможно, что и с Абобой там кто-нибудь будет. Например, в паре, да? Какой-нибудь крысятник. Хотелось бы вот это вот увидеть, то что и с боссами, чтобы кто-нибудь, да, вот, юзер, согласись, вот, чтобы с боссами какой-нибудь враг нападал. Не знаю, просто некоторые боссы получились легкими, больше я ничего говорить не буду, я все сказал, что хотел. Да, в общем, такой вот был стрим, такой был этот хак.
О, что там, заработали заставки, говорит. Да, может быть, что-то заработало, но... Всем, кто смотрел, спасибо за внимание, как говорится. Подписывайтесь на нашу группу, ставьте лайки, делайте новые хаки. Мы их будем тестировать, будем проходить. С вами был я, Рокет и Юзер. Всем до скорого. Всем пока.